Отличительной особенностью КС-3636 или Вольфа был кибернетический глаз и огромный шрам на лице. Но как же именно он потерял свой настоящий глаз? Ответ на этот вопрос можно найти в комиксе «Войны клонов» на службе Республики, автора Генри Гиллера. По сюжету Республика отправила генералов-джедаев Кита Фиста, Пло Куна и Тота вместе с многочисленными отрядами клонов, среди которых был и Вольф, на заснеженную планету Корн. Основной задачей джедаев было освобождение местного населения, которых сепаратисты использовали как рабочую силу, добывая невероятно ценное полезное ископаемое агроцит, залежи которого были только на трех планетах во всей галактике. Для Республики и сепаратистов обладание данным ресурсом было важнее жизни обитателей планеты. Обстановка ухудшалась крайне суровыми погодными условиями из-за постоянных снежных бурь, которые управлялись сепаратистами благодаря станции по контролю погоды. Поначалу боевые действия были довольно успешными. Войскам Республики удалось захватить завод по переработке агроцита, но из-за малого количества оставшихся солдат выступить на захват рудников они не могли, как и вызвать подкрепление с орбиты из-за контролируемых снежных бурь. Поэтому Кит Фиста и Пло Кун вместе с клонами и местными жителями отправились на уничтожение погодной станции. За время их отсутствия на только что захваченный Республикой завод было совершено нападение превосходящих сил сепаратистов под предводительством Асаж Вентрас. Большая часть клонов была уничтожена, а генерал-джедай Тот был лично убит ученицей графа Дуку. Майор Озел и оставшиеся клоны были взяты в плен. Узнав о планах джедаев, Вентрас направила на их устранение дроидов Командос. Однако джедаи не только вышли из этой битвы победителями, но и смогли уничтожить столь важную для сепаратистов погоду. Станцию. Это позволило начать переброс сил Республики с орбиты на планету. Однако, чего не ожидали ни клоны, ни командовавшие войсками освобожденный майор Озел, так это трех невероятно мощных агроцитовых пушки, которые точными выстрелами легко сбили один из ударных крейсеров Республики класса Акламатор. От столь неожиданного поворота майор Озел потерял сознание, и командование атакующими войсками принял Вольф. Пло Кун и Кит Фиста разделились. Фиста отправился уничтожать агроцитовые пушки, а Кун вместе с клонами стали искать пленных. Уже находясь глубоко в шахтах, Пло Кун столкнулся лицом к лицу с Асаж Вентрас, которая сразу же напала на мастера джедая. После недолгой дуэли стало понятно, что Кун, несмотря на сломанную руку, значительно сильнее ученицы графа Дуку. В ярости Вентрас достала детонатор, сказав, что вся шахта заминирована. Но прежде чем она сумела нажать на кнопку, мастер Кун выбил устройство из руки убийцы с помощью силы. Вентрас прыгнула вслед за детонатором, но Вольф уничтожил его точным выстрелом из бластера. В ярости Асаж ударила клона световым мечом, лишая его глаза. Вскоре Вольфу заменили потерянный глаз серебряным кибернетическим протезом, после чего он продолжил военную службу. Это все на сегодня. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо и да пребудет с вами сила. До встречи!